часов. И до скольки? Ну, с 7 до 8 вечера. И еще последний вопрос. Я стала музыкантом. А как вы подключаетесь? Это топ. А, ну, вот это я не знаю. Я стояла. Большая честь будет здесь вас. Вот она. Это называется памфлют. Сделано из бамбука. Бамбук. Из бамбука. Особенно, что это бамбук всегда сладкий, нежный звук дает, чем дерево, например. Дерево тоже устойчиво на строй, но она как немножко как суховатость получается. Угу. Такова особенность, чем это прямой разрез. Смотрите, прямой разрез. Здесь прямой? Это прямой разрез. Полутонов нет. А это полутона. Это полутона середина. Здесь уже есть, да? Это середина. Когда это отсутствует, это нет, это полутона. Вот такая полутона. А в середине это значит уже полутона. Хроматическая. Да, инструмент такой, дуглянный, характерный. Это все из бамбука сделано? Конечно, бамбук. Так это универсальное. А это такой вид, это характерно в высокогорных районах, где мы живем. Вот так играют. Из моих дудок можно было так сделать? С этими, которые вы видели, которые вы рисуете? Вот так, конечно. Поэтому, знаешь, была ассоциация. Как называется? Это сам поня. А это? Памфлют.